Друзья, всем привет! Вчера вечером в районе, скажем так, в диапазоне от 21 часа до 22 часов вечера 2 января 2017 года на меня совершили наезд. Наезд совершил инспектор ДПС 6-й роты Карташов, сдавал задним ходом на патрульной машине госномер А-33-11-63 и в итоге совершил наезд на меня. Вместо того, чтобы, точнее, вот на мою левую ногу, вместо того, чтобы оказать какую-то первую помощь, как-то мне посодействовать, он выбежал, начал применять ко мне незаконную физическую силу, несмотря на то, что рядом также были и прохожие, и мои ребята, и его коллеги. Начал давать незаконные приказы Карташов своим коллегам, чтобы меня задержали, доставили в РУВД, сказал, что будет привлекать меня по уголовному делу за оскорбление, хотя я никого не оскорблял. Как-то там в суете он сразу побежал там флешки вынимать со своего регистратора, хотя вроде считается, да, то, что с автомобильных регистраторов, патрульных машин флешки изымаются только специальными людьми, то есть, ну, там, скажем так, сисадминами местными, ДПСовскими. В общем, друзья мои, происходит сейчас полный беспредел. В итоге ДТП так вчера и не оформили, справку ДТП мне не выдали. Вот в данный момент нахожусь госпитализирован в больнице имени Пирогова. Что будет дальше, просто остается догадываться. С утра опять же приходили. А, еще интересный момент, то, что в отношении меня, вместо того, чтобы оказать мне первую помощь, вызвать мне скорую, в отношении меня сразу же, несмотря на то, что я там валялся на полу и корчился от боли, в отношении меня составили еще постановление за то, что я якобы перешел дорогу в неположенном месте. Хотя я дорогу не переходил. Я всего лишь хотел обратиться к инспектору Карташову и оставить жалобу на противоправные действия, как я посчитал, другого экипажа ДПС. А в результате Карташов вот совершил ДТП, наезд на пешехода, и ничего. И вот, друзья мои, где любимая фраза «нарушил, ответь»? Нет ее. Где эта справедливость, где эта законность? Теперь вот лежу здесь с больной ногой, загипсованной, не знаю, что будет дальше. Ко мне приходит, уже приходили с утра какие-то инспектора, они представились, вели себя вообще хамски очень просто. Дверь в итоге даже не закрыли мне в палату. Я здесь сидел мерз, ждал, пока мне тут сестра закроет ее. Вот, то есть, что будет дальше, непонятно. Потом пришел инспектор Мокров, замкомандир роты, я так понял, майор Краснов, если не ошибаюсь. Взяли мне объяснение, вроде пока как в качестве потерпевшего, но это все качества, они быстро меняют. В общем, неизвестно, что будет дальше. Значит, я обращаюсь, официально обращаюсь к представителям прокуратуры, к представителям управления собственной безопасности, генерал-лейтенанту полиции Солодовникову Сергею Александровичу. Я прошу все надзорные инстанции отреагировать, потому что уже беспределу просто нету вообще конца и края. Следующее просто будет, я так понимаю, уничтожение меня. Я являюсь представителем Федерации автовладельцев России по городу Самаре. Зовут меня Арзаматов Андрей Андреевич. Все надзорные инстанции знают, кто я такой. А это Карташов, вот уже видите, начинается на меня уже физическое воздействие. Я прошу разобраться, почему по данному поводу не было оформлено должным образом ДТП. Почему инспектора ДПС 6-й роты начали друг друга выгораживать Карташова, делать меня виноватым, фабриковать какие-то административные, уголовные дела. Я готов дать полностью все объяснения, показания. Я жду представителей надзорных инстанций. Я жду представителей средств массовой информации. Есть видеофиксации, есть трансляции с перископа онлайн, которые были. Есть свидетели также. В общем, друзья мои, а вас, друзья мои, прошу максимально это видео распространить. Особенно тем, кому не безразлична дорожно-транспортная обстановка в регионах нашей любимой и необъятной родины. Все, спасибо.